С вами Артем Гладышев, и мы в Минске на конкурсе «Здравствуй, мир». Мгновение остается до начала концерта, поэтому чему снова? Давайте наслаждаться праздником! Ксения Галицкая – постоянная участница конкурса «Здравствуй, мир». Привет, Ксения! Привет, Артём! Ну, с какой ты песней выступаешь? Я выступаю с песней «Ленинградский рок-н-ролл». А можешь мне объяснить, почему ты именно с этой песней выступаешь? С этой песней я выступаю, потому что она энергичная, она заводит, и думаю, эта песня подходит. Можешь нам немножечко спеть эту песню? Хорошо. Свет в городе давным-давно погас. Ты танцуешь рок-н-ролл со мной в первый раз. От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы пляшут линии, ограды и мосты. Если мое личное мнение, наши дети самые талантливые. Ну, а если говорить о мнении жюри, то, наверное, результаты и уровень, который мы сегодня достигли, говорит сам за себя. У нас первое место в республике, 39 дипломов. И, наверное, это самая высокая оценка нашему творчеству. Янко, Янко. На конкурсе «Здравствуй, мир» безумное количество участников. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Вы из какого города? Из Ельска. С чем выступаете? С белорусскими народными песнями. Ясно, ясно. Можете нам спеть и что-нибудь? Да, конечно. Давайте. Каждым годом наш конкурс, мотор-конкурс набирает. В этом году практически почти 100 тысяч человек по республике приняло участие в нашем конкурсе. Одна из главных его задач – это дать возможность реализоваться талантливым детям в будущем, чтобы они как можно чаще выходили на сцену, не только республиканскую, может быть, на областную. Это, потому что, когда дети участвуют в конкурсе, их видят все. Участников повидал, но таких красивых еще не видел. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Я так понял, вы модели. Да. Скажите честно, по секрету, сложно быть моделью? Очень сложно. А я так понимаю, вы из Жлобина, да? Да. Там, наверное, много таких красивых девушек, как вы. Очень много. А вот чему обучают там?
какие уроки, да? Да, какие-то уроки. Искусство дефиле. Хореографии. Хореографии, да. Уроки макияжа. Уроки каким-нибудь еще. Основы стиля. Основы стиля, да. Психология, то есть все, что нужно модели. И я тоже могу моделью стать? Конечно. Фух, да, ну смутили меня девчонки своей красотой и обаянием. Аж руки вон вспотели. Вот эта коллекция, которую на данный момент представляю я, она такая народная, с элементами современности. Коллекция достаточно богатая, там ручное кружево, украшено полужемчужинами, камнями. Такая получилась достаточно красочная. И ее, я так думаю, что не заметить жюри ее было просто невозможно. Что за 2 года сделали невозможно. Подняли хореографию, народную хореографию, фольклорную хореографию на совсем другую планку. То есть коллективы начали заниматься серьезно белорусской хореографией, чего нам всем очень не хватает. Поэтому отдельный поклон Гомельской области за такое, как говорится, будем говорить, за такой самоотверженный труд. Любите танцевать? Конечно. Хорошо. Можно вас пригласить на танец? Давайте потанцуем. Давайте. Я только танцевать не умею, хорошо. Давайте вальс потанцуем. Как? Так берем. Да? Сюда. Это мне носки. Девочки, шел мимо и не мог просто пройти такие вот красивые белорусские народные костюмы. С каким номером вы будете, так сказать, выступать? Козой. С чем? Козой. Козой? Да. Интересненькое название. А что там надо делать? Там надо танцевать, петь специальную песню и хлопать. Детям, безусловно, наибольшего раскрытия их возможностей, потенциала. И я считаю, это больше их стартовый капитал в жизни. И стартовый капитал как профессии, которая может быть, а может и не в профессии, просто в любом направлении деятельности. Если они умеют творить, они везде будут творить. Они удивительны!